делаем так. Мы забываем, что для того, чтобы эзотерические практики хорошо использовались или выполнялись, необходимы чувства. Какие чувства? Мы запускаем бензин, и этот бензин – это хорошие чувства, которые мы накапливаем на протяжении дня или там, месяца и так далее. Человек читает мантру, у одного человека хорошо срабатывает, у другого плохо. Почему? Или технику делает, у одного срабатывает, у другого нет. Потому что один угрюмый, а другой неугрюмый. Почему? Есть люди, которые угрюмые, и есть люди, которые неугрюмые. С чем это связано? Человек устроен по принципу двух эманаций. Одна эманация – это защитить себя. Можно ее условно нарисовать как огненное существо, рычащее, толкающее все вокруг себя с копьем или с мечом. Такая Ямантаки, Хаягрива, там Дургапати или какая-нибудь Кали и так далее. То есть то, что защищает. Таких людей очень часто можно увидеть. То есть человек агрессивный, у него глаза прищурены, или он создает такой вид, все вокруг враги там, и так далее. Да, у такого человека будут проблемы. Какие у него будут проблемы? У него будут проблемы с зарабатыванием денег, у него будут проблемы с началом каких-либо отношений, знаете, и так далее. И есть другие люди, такие радушные, теплые, со всеми хотят обниматься, внешне красивые и так далее. У таких людей тоже будут проблемы. Какие у них будут проблемы? Им будет легкостью, даже не с легкостью, но будет получаться и легче зарабатывать деньги, и легче устраиваться на работу, но минус. У них постоянно будут занимать деньги, к ним постоянно будут цепляться какие-то придурки и так далее. Уравновесить оба этих элемента возможно. Вот смотрите, для нас и первый элемент важный, и второй. И необходимо, вот сколько вы на протяжении дня угрюмые, столько вам необходимо на протяжении дня быть и радостным. Как радость найти, это не важно. Когда человек угрюмый, если измерить человеческое дыхание, есть такие исследования. Я сейчас голословен, потому что я не могу сейчас сказать, что это за исследование, но ей-богу где-то читал. Я так думаю, окей. Давайте, не читал, ладно. Я так думаю, окей, вот так. Хотя, правда, где-то читал. В аюрведе или даже в какой-то йоге. Есть йога дыхания, это когда там одна нидра, нидра-йога. О, в нидра-йоге я читал. Вот, вспомнил, в нидра-йоге я читал. И там говорится о том, что в случае, если у человека опасность какая-либо, то человек должен делать резкие выдохи и делать агрессивное лицо. То есть вот у вас есть долги, есть опасность, вы чувствуете, что вам угрожает, вы должны делать страшное лицо, делать так. А если у вас нет мужа, не хватает денег, не можете на работу устроиться, то нужно делать так. И вот так. Как будто вы кого-то обнимаете. Таким образом, в первом случае сильные выдохи и страшное лицо. Во втором милое, хорошее лицо, удивление и руки, которыми человек себя обнимает. Таким образом, в первом случае это привлечение денег, эзотерическое привлечение денег. Во втором случае это привлечение денег, а в первом случае это отталкивание негатива.